«Натиск». Режим игры против ботов, где отряду из 4 оперативников нужно выполнять определенные задачи, чтобы в конце миссии успешно эвакуироваться. К обновлению 0.22.2 мы пересобрали режим с нуля, чтобы иметь возможность более ощутимо дорабатывать натиск в будущих версиях. Но уже сейчас мы готовы показать кое-что новое. И в «Натиск ветеран», и в «Натиск легенда» будет по 7 раундов. Первые 6 случайные, а 7-й — эвакуация. Вы встретите как привычные активности, так и совершенно новые. Уничтожение миномета. Уничтожение дрона. И защита сканера. Раунды обороны из режима пропадут, чтобы сделать его динамичнее. Теперь в раунде эвакуации боты могут попытаться захватить зону, что приведет к вашему поражению. Будьте особенно внимательны, чтобы не проиграть за мгновение до прибытия транспорта. И последняя раунда по поводу ботов. На сложности ветеран теперь необходимо добивать главарей, а в определенный момент будет появляться тяжелый боец. Полевые усиления можно будет получить в каждом раунде, так что не стесняйтесь их использовать. Держать про запас до финального раунда больше смысла нет. Усиления, которые будут появляться после смерти ботов, отличаются в зависимости от раунда. Чем ближе к финалу, тем более мощные средства станут вам доступны. Чтобы разнообразить игровой процесс режима, мы решили добавить кое-что еще. Встречайте! Модификаторы! В начале каждого боя будет применяться случайный модификатор, который будет действовать до самого финала. Всего таких модификаторов 7. Давайте быстро пройдемся по каждому. Экспериментальная медицина увеличивает входящее лечение для игроков и повышает бронепробиваемость у оружия ботов. Охота за головами увеличивает урон игроков в голову, но снижает урон по телу ботов. Явная угроза накладывает на всех противников постоянный эффект метка. При этом все ваши враги получат бонус к скорострельности. Запасной план увеличивает урон дополнительного оружия игроков, но при этом снижает бронепробиваемость у всего вооружения оперативников. Вброс адреналина увеличивает скорость передвижения у всех игроков и ботов, а также снижает получение урона во время рывка. Засада отключает основные маркеры – здоровье, силуэты, эффекты и другие. При этом игроки получают бонус к урону для всего вооружения. И, наконец, низкий профиль. Уменьшает получаемый игроками урон в положении сидя, но при этом увеличивает получаемый урон при рывке. Спустя некоторое время после выхода нового натиска модификаторы могут быть изменены и дополнены новыми. Мы пересобрали обновленный натиск для 5 карт, так что на первое время в режиме натиск вам предстоит играть именно на них. Караван-сарай, Аль-Рабат, больница, дамба и полярная станция, где сыграть в натиск получится впервые. Мы лишь рассказали про главные изменения, что лежат на поверхности. Внутренние доработки натиска помогут добавить в режим новые механики и сделать его интереснее в будущем. Увидимся в обновленном натиске с выходом обновления 0.22.2.